для нового графа будет верна формула A. То есть, понимаете, для старого графа она не была верна, потому что были пересечения. Я давайте напишу новую, уже настоящую формулу Эйлера, когда каждое пересечение мы превратили в такие вершины. Вершины. Минус ребер плюс грани, это у нас двойка. Очень хорошо. Вершины. Минус ребер, грани, это двойка. Единственное, мне сейчас не очень.